Будем выжидать минуты, секунды или можно подойти? Так нет, я вас приглашу по талону. Мне талона нету. Дадут мне талон? 0,16, да. 0,16, хорошо. Да. Уже можно подходить? 31. У вас же все как в аптеке точно. Ну, у вас 15 минут на ожидание еще после 30 минут. Вы же лучше все знаете. Я да. Не 15 меньше. Да? Да. Ну давайте подождем. А? Подождем тогда? Почему не 15-то? Потому что есть соответствующие нормативы. Какой? Мы сейчас будем это обсуждать или все-таки займемся регистрацией? Говорите. А? Вы же говорите, я спрошу, какой нам это. Ну, у меня консультация деньги стоит. Вам дать консультацию? Куда присядьте, ожидайте. А талон у вас пригласят. У меня нет талона, мне не дали талон. 16-й талон у вас. Запись на 10:30. Ну, 10. Идет 15 минут ожидания в очереди. Ну, я ожидаю. Что, мешаю чем-то? Да, вы не мешаете работать. Я помолчу, не переживайте. Вы сами нагнетаете обстановку. Ну, я абсолютно нет. Просто я не понимаю вашу принципиальность. Не в том месте она. Все, я не буду вас отвлекать. Работайте. Так вы мешаете. Вот туда присядьте, я вас приглашу. Ну, тут для посетителей стульчик. Я здесь посижу. Так я не приглашал еще вас. Так я не пришел по приглашению. Присел просто. Вон туда присядьте. Здесь заявитель. Ну, я заявитель по времени. Мое время. Жду, когда вы освободитесь. Не приглашали. Ну, подожду, когда пригласите. Вы мешаете работать. Я вам чем мешаю? Вы что? Вы сейчас со мной зачем дискуссию устраиваете? Ну, потому что вы интересный человек. А, только поэтому? Ну, давайте после работы, хорошо? Точнее, после службы. По предварительной записи номер 54. Пройдите в окно 2. Туда пересядьте, пожалуйста. Что? Ну, прекращайте, ей-богу. Вы мешаете. Как вас зовут? Вот табличка. Артем, прекращайте. Я на вас даже смотреть не буду, чтобы вас не смущать. Номер 16. Пройдите в окно 1. Так, заявление вам необходимо заполнить. ИТС, договор купли-продажи, госпошлина, страховое поле сведения. Здесь ваша подпись. Принято от заявителя. А почему я должен заполнять? Ну, так заполняйте. Какие документы прилагаются вами? Ну, заполните. Вы какие документы прилагаете? Ну, не знаю, вот, которые прилагаю. Ну, а какие прилагаете? Принято от заявителя. Это графа для вас, я так понимаю. Или нет? Заполняется заявителем. Где написано? Ну, вы какой бланк скачали, такой... Ну, я, да, скачал такой бланк. Ну, так и вы должны заполнить. Там, смотрите, я у вас на сайте скачал образец. Угу. И вот бланк. И в образце прям вот было. Прям идеально заполнил, как по образцу. И вот это все пустое, конечно. Да. Хорошо, я так понимаю, что это вы заполняете. Тогда подпись вот там оставьте внизу. Ну, подпись-то, в принципе, я поставлю. Так, подпись заявителя в получении. Давайте потом. Конечно, потом. Все. Зачем сейчас? Да, вы давайте все четко будем делать. Угу. Спасибо большое.